Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о том, каких видов бывает земляника. Земляника бывает крупноплодная, потом мускатная, ремонтантная, альпийская. Наибольшей популярностью среди земляники пользуется ремонтантный сорт. Этот сорт земляники отличается непрерывным цветением и плодоношением до глубокой осени. Сбор ягод начинается через 1,5–2 месяца. Посев земляники на рассаду начинается в конце февраля, в начале марта. Посев осуществляется в питательный грунт с добавлением микроэлементов. При покупке земляники необходимо обратить внимание на сроки созревания, размер ягод и также длительность плодоношения. В следующем видео мы вам расскажем о разновидностях семян перца.